Я нахожусь на позиции радио Анна Трианна. Поворотная мачта. Значит, что случилось? С верхушки мачты был натянут диполь на 160. Одна веревочка ослабла, и во время поворота мачты попала в элементы десятки. Ее вот так загнуло. Загнуло бум. Труба D16 диаметром 60. На мачте выпрямить не удастся, поэтому будем спускать ее вниз по лееру. Значит, леер уже натянут. Леер мы уже зацепили за забор. Вот, для того, чтобы, когда будем опускать антенну, она не зацепляла за закрепленные ниже антенны стеки. Вот я их разверну вот таким образом, сколько можно, под 45 градусов. Вот пятнашку я развернул. Разверну двадцатку и начнем процесс демонтажа для ремонта. Вот, почти приехала вниз. Встречаем. Вот такое чудо. Вот, вынули трубу. Вот, будем ставить ремонтную. Прилично загнуло. Вот в таком виде антенна поедет наверх. Поднимаем ее не в горизонтальном положении, для того, чтобы она прошла сквозь высокие деревья, над высокими деревьями. Вот как раз над кронами деревьев проходит. Работа завершена. Вот видно кусок блестящей трубы, которую мы поменяли. Проверили КСВ. Все отлично.